не могу прочитать это заклинание. Мне нужна цель. Заливать кавалеристы в первую очередь. Плюсанить те, кто умеет в кугле сидеть. Еще кто-то один человек. Козырь, посидишь в кугле? Окей. Ну там ты точно знаешь, что в кукле делать? Или тебе что-то нужно объяснить? Короче, смотри. Там кнопок типа автоатака, кровавый удар, таунт и щит. В общем, первую куклу садится козырь, он вешает на себя щит, кидает таунт, забирает босса и атакует его. Ты садишься в правую куклу и смотришь, короче, щит на своем напарнике. Когда до конца щита останется секунд 5, наверное, где-то 5-4, ты прожимаешь щит, ретаунтишь босса на себя, бьешь его автоатакой и кровавым ударом. Зачем ты дигл в ДД спекнулся, спекайся в танк? Не надо делать того, чего я не прошу. Если я скажу спекнуться в ДД, значит спекайся в ДД, спекайся в танк. В общем, от вас что требуется? От вас требуется не сорвать вот этих кукол босса, так что изначально даем им чуть-чуть время на агро. Если вы видите то, что вы потеряли контроль кукол, то подбегаем к этой хуйне и еще раз пьем их. Если ты увидишь в БДК то, что кукол нету и босс бежит на кого-то из ДД, то ты таунтишь на себя босса и перед этим отходишь на максимальное расстояние от босса. Там уже Fresh Blood тебе поможет там поретаунтить, будете ретаунтить. Все, ничего сложного. Чек на пул. Гудел готов? Иди. Вы пейте куклы и начинайте. Ну, кто не выпил куклу? Давайте агрите первый, кого я сказал. Начинайте бить босса.
Старфол только не отдавай, Виталий, пожалуйста. Че? Ну просто ты босса можешь сорвать с попы, у них абри набор очень маленький. Вы жена! Вы сейчас эти проблемы! Ну я и так сорвусь. Если увидите, что контроль спал с вас, старайтесь еще раз выпить куклу, она выпивается с тычкой. Много у вас там до контроля осталось? Сколько стреляли по секундам? 10 секунд, понятно. Но за 10 секунд мы должны босса убить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вы разочаровываете меня, ученики. Так. Кукла одна вышла. Отлично. Вторую куклу пей. Хватайте босса. Босса хватайте, чтобы он на ДД ни на кого не сорвался. Убивайте босса. Читы не забывайте там обновлять. Да ничего страшного, он там. Там этой куклы хватит, чтобы долить. Это даже нам на руку немножко. Все нормально. Иди танчи в этой кукле, трэш. Только аккуратно по левой стеночке идите, чтобы не лишнего не агрить. Там готовьтесь, скоро с мутанта контроль впадет, куклу нужно будет доливать. Виталий, залей мне ману. Так, чистите пока трэш, сейчас я скопать быстренько раскидаю. Да, скинул. Не, вот так вот сделаю. Где там мутант умирает? Ваня, ты где? А, блядь, ты ж там остался, точно что-то я тут лёг. Да не ссы, ничего не будет. Сагрите, пожалуйста, сзади куклу и убейте ее, ребят. Ты что, опять куклу выпил? Ну нахуя ты это делаешь? Ай, занимайтесь хуйней. Да после убийства босса похуй, если бы ты даже умер от этой куклы, ничего страшного не было. Машите, ученики. Обещайте трэш, сейчас скажу, что делать. В общем, первая пати будет оставаться в левой комнате, вторая пати будет оставаться в правой комнате. Тут босса будет состоять в двух фазах. На первой фазе мы просто заливаем трэш, на второй фазе появляется босс, мы заливаем босса. В общем, ничего сложного.
Главное, не срывайте агро с мобов. Этот трэш не агрите, пройдите его стороной. В общем, смотрите сейчас за звездочкой. Первая пати. Вы все стоите вот здесь, вот в звезде. Встаньте первой пати здесь. БДК, я тебе сейчас скажу, где стоять. Вот тут встаньте первой пати. На протяжении всего боя вы будете стоять здесь. БДК, ты стоишь примерно где-то вот тут вот и ловишь трэш. В первую очередь лови больших мобов, а в первую очередь сливайте больших мобов. Вторая пати уходит, соответственно, направо. Вторая пати тупо стоят в звезде. Я надеюсь, все поняли. Главное, не срывайте трэш, не умрите от трэша. Гапа и Виталий, вы готовы, ребята? Запускайте босса. Я надеюсь, кто-то знает с левой комнаты, как босса запустить. Все, отлично. Вы сами нашли свою погибель. Вам никогда не понять, сколь велика сила. Ладно, схожу пока в туалет, короче. Справитесь без меня. Вы сражались отчаянно, чтобы проникнуть в царство Жнеца. Теперь перед вами лежит лишь один. У меня уже достаточно таких предметов. Это заклинание. Так, я вернулся. Да, мутант, я верю тебе. Ваня, не подходи, пожалуйста, к этому трэшу. Пусть один воин дамажит, хорошо? Я скажу тебе, если тебе нужно будет дамажить. Теперь ты понимаешь, почему меликами не профитно сюда ходить? Козырь, если что, скажи, я тотем на ману поставлю. Сначала если сядешь на по мане. Вынудный босс. Еще не готово. У меня нет цели. Давайте, заливайте в первую очередь эту тканину. БДК, через 1 минуту 15 секунд с твоей стороны выйдет босс. Ты должен на реакции кинуть его таун. Загреть его на себя. Ты не пошел ни на кого из ДД. Ой, дамаж коня. Не АФКш, пожалуйста. Покажите, ребята, теперь никто, потому что трэша сейчас будет много выходить. Скоро рефазы будут 30 секунд.
Вот, стой, пожалуйста, всегда за спиной протопала. Надо подождать. Ёлку прохильте. Ёлку прохильте. Что там за хуйня происходит? Алло. Почему ёлка получает такой дамаг? Фаза сейчас будет, внимание. БДК, хватай босса. Сейчас вы предстанете. Труханул сейчас маленько. Идите в звезду. Вторая пати. Долейте коня в первую очередь. Не сорвите только с протопала агро. Я пока не могу прочитать это заклинание. Кирилл, что там за хуйня была? Трэша много без такого. Я понял. Ну да, там есть такой момент. Я думаю, в правую комнату лучше. То есть в левую комнату лучше в следующий раз протопала ставить. Попитнее, наверное. Чего знает. Откажитесь от этой безрассудной авантюры. Бегите, пока не поздно. Ну что ж, Зелик, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Агрите, трэш-танки. Надеюсь, они проживут. Давайте, пожалуйста, обойдемся без АФК. Проявим уважение друг к другу и будем дамажить трэш. Хорош скулить! Снимите скилла, агро. Да ладно, Виталий, давай без этой хуйни. Не достаю. Слишком далеко. Ой, видишь, не АФКшит, дамажит трэш. Нормальный пацан. Так, сагрите, пожалуйста, еще пачку трэша, которая идет спереди, потому что она может сагриться во время пула босса. Давайте вы не будете сраться в рейд-чате. Хотите посраться, пишите об этом в личку. Я думаю, никому не интересно читать о том, что вы пишете. В общем... Плюсаните, пожалуйста, в рейд-чат, кто не знает тактику на этого босса, я шустренько объясню. В общем, походу все знают. Значит, распределяю вас по пати. Смотрим внимательно. Первая, вторая пати остаются здесь. Третья, четвертая пати пошли за звездой. Не сагрите только трэш, бегите по стеночке. Кто куда идет? Ты стой там, я все скажу сейчас. Короче, хорошо, Лёв. Короче, Войд, ты стоишь вот здесь, вот сюда придет моб, и ты будешь его дамажить и танчить, короче, понял? Ну где-то в этой зоне. Вот. Второй ШБ будет также, короче, дамажить с правой стороны, я не буду туда бежать, мне очень лень, короче. Кирилл, ты понял. Ну, Вердру, ты знаешь, да, что ты тут делать? Ничего не надо объяснять. Все окей. Значит так. Первая пати встает слева у левой печки, вторая пати встает у правой печки. Значит, я сейчас вас всех в одну пати раскидаю. Заново. Я надеюсь, все поняли. Топать ничего не надо. Как убили своего моба, помогаем товарищам слева, справа, сверху, снизу добивать свой трэш.
Так. Чек на пул. Виталий, ты слева. Гапа? Все готовы? Я запускаю босса. Не всекайте, пожалуйста, боссов, пока они не подойдут. Не подойдут, короче, к танкам. Не срывай игру, Виталий, я тебя умоляю. Там, короче, на задней стенке, где стоят два ШП, будут появляться лужи такие зеленые. Из них выходите, пожалуйста, сразу. Так. Что у нас там? Танк Артас почти убит, барон Ривендер почти убит. Давайте милибоссов шустрее сливаем. Мутант. Уже беги подбивать Тана Картаза. Тана Картаза, беги подбивать, он слева, мутант, он слева. Убивайте быстрее Тана Картаза. Быстрее убивайте Тана Картаза. Побежали убивать правого РДД босса. Быстрее правого РДД босса сливаем. Выходи из лужи. Давай, мутант, бей леди блом, короче. Все, отлично, дальше идем на Сапфирион. Кто посмел вторгнуться в мои владения? Никуда идти не надо, вот стоит шарик, сфера, нажимайте на нее, кто не знает. Давайте шустрее, поднимайтесь на этаж. Поднимайтесь, поднимайтесь на этаж. Виталий, ты здесь? Виталик? Так, я надеюсь, все тоже что-то все знают, да? Если кто-то что-то не знает, плюсаните, я объясню. Все все знают, отлично. Значит, на взлетной фазе, короче, когда скажу, вы должны будете сбежать со звезду и спрятаться за глыбу. У вас будет ровно 5 секунд, чтобы это сделать. Даю отчет на пул. Хуй его знает, где макрос. Короче, ДК, пуляй. Не срывайте агро, пожалуйста. Не прожимай старпол пока. Знаешь, ты меня добрал? Для босса? Ну да. Дамаж? Я, блядь, бегать нельзя. Нет, ты будешь давать старпол где надо. Просто фишка в том, то, что нельзя грот сливать. Ты же не в дамаге делаешь. Ну я же не будет, блядь, что ты не дамаж. Да ладно, блин, прекращай, Виталий. Да я хочу. Так, взлетная фаза будет через 5 секунд. Милики, уже уходим в звезду. Уже уходите в звезду. После взлетной фазы поставишь ДК так же. Вот. Все спрятались за глыбу. Все спрятались за глыбу. Все до единого спрятались за глыбу. ДК, лови босса. ДК, лови босса. Поворачиваю его, как он стоял. Возможно, будет вторая взлетка, но это не точно. На следующем боссе Виталий старпол тоже не взят. Давайте сейчас. Да там нормально, по игру. Далеко. Да там просто может жирного скрута пала сорвет. И это будет вайп. Ваши силы готовы. Так, давай, Леха, обратно там спекайся. Пропало. Скоро мы изничтожим альянс. Возьму себе этот плащ, короче.
на ДФБ. В общем, на первой фазе мы все стоим в звезде, дамажим трэш, БДК танчит трэш слева, протопал танчит трэш справа. По приоритету нужно сливать банш, банш пытаемся любыми способами замедлять, это касается танков. БДК кидает оковы, протопал кидает таны, все стоим в центре. На второй фазе БДК танчишь босса там, где он стоит, протопал на второй фазе танчит трэш. На второй фазе будут кидаться красные лужи, из них нужно будет побегать. И поэтому на второй фазе нам нужно будет всем набрать ренжу. Не заходите за ворота, я еще не все сказал. На второй фазе будут появляться красные лужи, как на Алгалоне, эта херня, как она называется правильно, я не помню. Вот, и из нее нужно будет выбегать. Да, кара, короче. Вот. И на второй фазе рандомно на человека с манной будет кидаться взрыв манны. Этот человек должен будет подальше, назад, к воротам, убежать из рейда. Все, я все сказал, чек на пул. Пошли. Пошли, короче. Тут сейчас, короче, с трэшем какая-то фигня. Он приходит гораздо быстрее, я что-то последний раз был. Так что осторожнее. Танки, будьте всегда наготове, и никто не уходите в ВПК, и старайтесь держать к рейду спиной жирный трэш. От него тоже нельзя умирать? Что? Да, а? На боссах нельзя умирать. На трэше это трэш, это босс или нет? Да, это босс. Видишь, справа ДБМ показывает, что фаза началась. Ну, не фаза, то есть, а перифаза будет через 3 минуты. У меня нет справа ДБМ. Не знаю. А, ну у тебя он там, где миникар. Я помню. Нет. Ну ладно, иди нахуй. ГГВП, короче, я старфол из толпы близко. Да не гони. Давайте баншу заливаем слева. Оп-оп-оп, танки схватите жирного. Они под текстурами, пидоры, иногда появляются, короче. Так что будьте предельно осторожны и жмите свои дефобилки. Трэш какой-то пизданутый вообще стал. Я не знаю, то ли его что-то поломали, то ли еще что-то. Но раньше не так было. Они заходили за текстуры, но... Как-то было видимо все равно баншу справа слейте. Когда... Слева сливайте жирного. Когда мы будем переходить на вторую фазу, появится банш слева или справа, рандомно появляется, ее нужно будет тоже слить в первую очередь, чтобы она нас никуда не откидывала, короче. Слева сливайте баншу, дайте ей там стан какой-нибудь, я не знаю, оковы. Мутант, не вызывай, пожалуйста, ни на одном боссе больше эту хуйню, потому что видишь, что ты делаешь, тупой. Ты просто взял сейчас, ну, вот этот вот жирный подошел и клифом уебал по рейду. Правую баншу сливайте. Сливай до слева жирного. Право банша. Право жирный. Еще справа жирный идет. Дайте гнев небесный, что-нибудь дайте. Не тяните вот так вот. ДК, ты стоишь с левой стороны и танчишь с левой стороны. Не надо никуда убегать. С твоей стороны мог появиться трэш и откинуть нас. Ставлю тотем, Лёх. Готовьтесь, 30 секунд до фазы. Когда будет 3-4 секунды, ДК, готовься ловить босса. Лёха, на тебе будет задача поменять баншу. Слева банша. Давайте. 8 секунд, рассредоточились. Все набрали рейндж.
метров 12 желательно, чтобы стоять далеко друг от друга, рассредоточились все. Следим внимательно все за своими дебафами и смотрим на пол. Сливайте баншу. Сначала нужно выбрать цель. Даем Геру. Еще не готова. Смотрим, скоро кара это будет. Расщелина, хуелина, как она там. Душа не ебу. Милизона, кара, отошли. Милизона, отошли, кара. Взрыв маны на фреш блад. Там на протопале ничего страшного, не хлопнет. Стойте постоянно в рендже, пожалуйста. Там скоро лёг трэш будет, так что будь наготове. Если что, Лёх, там глыбы, когда будут, сакру не забудь прожать. Чтобы меньше дамаги пролетело, то там вдруг два хила будет. На фреш-бладе взрыв, ничего страшного. Скоро расщелина, милизона. Вышли милизона. Поставь босса в первоначальное положение. Лёха, трэш, лови трэш. БДК, помоги по возможности собрать трэш на себя. Если видишь, что протопал не дотягивается. Скоро взрыв маны будет. Клёна, выйди с рейда. А, тут одна метка 50, точно. Милизона, взрыв в этой хуйни. Ставь босса в первоначальное положение. Играйте все в босса. Скоро взрыв маны будет. Убивайте, уже не буду. Расщелину отойди, Клёна. Клёна, отойди, расщелину. Сука, опять моя башка не упала. Победа бессмысленна, ибо я вернусь в невообразимой мощи. Так, давай, Лёх, отходи там. Мы пока дальше без тебя будем трэш почистим. Только давай шустрее. Да-да, давай. Кто, кстати, ключ выиграл? Или босс? Приз какой-нибудь. Пикайте на шарик. Так. Сейчас мы пойдем на квартал мерзости. Последний сложный квартал. Все остальное шляпа. Нужно подойти. Давайте поаккуратно агрите трэш, в одного танка идем. Thank you.
Blaster Fall. Забить остальное трэш, чего вы стоите? Узнать, там случится мне похуй. Ну да. Чё? Отлично. Здорово. Здорово. Вообще плотная гаточка, хорошо плотная гаточка. Вообще плотная. Так, стойте сейчас на месте, давайте козырь подождем, короче. Лёшка, тебе чем поиграть? Нет, я бедный, как и ты. Стойте на месте, никуда никто не идите. Ты чё, в общаге? Ты чё, в общаге? Ну да, я в общаге живу. Вот, наверное. Давай сейчас козырь подождем и начнем. Как жизнь молода. Нормально тебе. Можно умирать? Можно, да. Нет, Войт, нельзя умирать. Хожу, еду. Еду ищу. Бомжар. А? Бомжар? Ну вообще пиздец, бомжар нахуй. Я думал, это с компа так будет. Это вот, обогревать. Ничего, у тебя там пацан юморной попался. Чё ты говоришь, Вот? Юморной пацан. Юморной пацан. Нормально, да. Хочешь это мутант. Сейчас, подождите, пожалуйста. Мутант, только ты к этому боссу вообще не подходи. Можешь уйти минуты на 2, на 3 в ВПК. Уже уходи. Ну далеко не отходи, стой в дереве. Я имею в виду просто отойди, покури. Ой, а ты тут, бля, вообще, бля, полководец, да, типа, бля. Вообще ебишь. Пиз, блядь, нахуй, тут зеленая хуйня какая-то. Так, Дигл, ты знаешь, как аккуратненько привести босса и не умереть? Да, этот босс кливает. Дигл, ты слышишь, что я тебе говорю? Давай нормально. Леха, приведи, давай, нормально. Приведи босса. Да сейчас Леха босса приведет. Дигл, стой здесь, стой здесь. Сейчас Леха босса приведет. Как он его приведет, поставит и сагришь босса на себя, будешь набирать игру. Лена, не отдавай, пожалуйста, Starfall, и в босса играют только РДД. Лоскутик хочет поиграть. Давайте, готовьтесь на босса, вы будете. Войт, отойди оттуда. Если ты умрешь, ты провалишь на мочилу. А чё тут, помнить? Дамажить босса? Да не, как отсидеть, Тут, короче, миликом можно босса дамажить, но я не буду говорить, что для этого нужно сделать, потому что мутант слишком тупой для этого. Иди дамажь. Мутант, если ты умрёшь... Тебе пизда. Да. Понял? Илюша к тебе приедет и вырвет тебе яйца. Куда чудо жарко? Да это я же пришел просто. Да, молодой горячий. Подождать.
Блин, играть в хило. Сидишь такой, втыкаешь, ничего не делаешь. Ну да. Так подхиливаешь чуть-чуть. Переходил бы на какую-нибудь другую игру, блядь. На какую? Не знаю, там, блядь. Ив, блядь, какой-то прям. Что это такое? Да, блядь, какой-то, блядь, мега, блядь, космическая вот эта хуйня, блядь. Летаешь, блядь, по охуеть огромному космосу, блядь. Там всё заткнись, короче. Ну всё. Я что же, войны, ебать. Почему-то, когда я вижу лоскутика, я сразу Канаду вспоминаю. Особенно, когда он вот такой вот красный большой стал, короче. Это по-любому он. Листы, развесьте, пожалуйста, на всех левитацию. Закрой ли дверь, пожалуйста. Слушайте, а назвал еще? Да нет, ну так что-то редко списываемся в контакте. Давайте, короче, танки приводите, трэш-звезду. Сейчас я одну секунду, пока. Посток не сагрите. Друид хил. Это где-то дождь у нас? Я буду, да. Да ёб бери, блядь. Ёб бери. Слишком далеко. Кастрюлю занести, да? Ну да, занеси кастрюлю, конечно. Желательно помой. Ну, желательно не помой. В общем, смысл следующего босса заключается в том, что мы все стоим в звезде. На кого будет кидаться меточка с чумой, тот должен будет выбежать далеко вправо, я с него сдиспелю. Шаманы же диспелят эту фигню, я уже не помню. Вот. Короче, я буду диспелить. Как я сдиспелю, человек сразу возвращается в рейд. ВДК, ты знаешь, как танчить этого босса? На всякий случай я тебе расскажу, потому что один уникум, который с нами в рейде, нас вайпнул на этом боссе. В общем, ты сагришь босса, и как ты видишь то, что под ним появляется лужа, ты его вот так вот по решетке кайтишь, короче, понял? Тебе его будет приходиться кайтить почти по КД. Мутант, так как ты очень тупой, ты будешь стоять в звезде и не бить босса, ты понял? Бля. Так, Дигл, лови босса, все стали в звезду. Стой на месте, пока стой на месте, увидишь появилась лужа, значит нужно босса отводить. Танчи сам. Лужа, значит босса достаточно. Да, появляется лужа. Так, фрешблад, выйди с рейда. Фрешблад, выйди с рейда. Выйди с лужи, Лёха, с лужи выйди. Что делаешь с хуйней, которая ползает? Ну, я не провой. Она дамажит. Гапа, выйди с рейда. Ну, её протопал там тупо сливает. Старайтесь как-то поэкономнее место экономить. Какая-то тавтология получается. Так, мутант, выйди с рейда. Возвращайся в рейд. Я, короче, честно говоря, даже хуй знает, что эти слизни делают, но я знаю, что его должен держать ОТ. Ой, выйди с рейда. Ух ты, ебать. Это типа он сейчас, короче, убил вот этого слизня, и он продамажил АУЕ, походу. Клёна, выйди с рейда. Бля, экономьте место, потому что мы босса так не убьем сейчас. Да, короче, слизни убивают. Клён, выйди с рейда. Лизни убивают. Отойдите все звезду. Звезду отойдите. И на дает АУЕ по рейду.
Так, я уже никуда не буду выходить, добивайте босса. Все нормально. С этого босса, кстати, щитка. Давай, не говори, выбеси. На классике. Чего, Слав? Не было такого, не было сразу к Сапфирону проходить, к Келю там. Да, не было такого. Там надо было, по-моему, все кварталы убить. Так, сейчас все, короче, старайтесь идти к звезде и прижаться к правой стеночке, потому что там будет опасная труба, которая загубила миллиарды игровых душ. Воу, блять. На классике был Макс? Кто на классике? Ну, вроде нет. Был Накс, ты чё? На классике, да, был Накс. Старый Накс. Там еще сет Т3, короче. Ну, можешь даже в этом. Да. Ну да. Не прыгайте только вниз. Стоим на краю платформы. Никто вниз не прыгает без моей команды. Ждем БДК. Кто случайно упадет, Ну, если кто-то случайно упадет, это провал ачивы. Ну да, типа собака сцелка. Ты вроде жрать хотел, пизду есть. Да блять, интересно, ёпта. Давай, ДК, гуляй босса. Все нормально, веди его прям к стену, туда. Прям к стену. В дверь, видишь где дверь, веди его туда. И все идите за звездочкой. Ну вы там, честно, слушает человек, который не знает, что ты уёбок, и можешь ему посоветовать свои видео. Слышь, Илюша, подписывайся на канал. Так, лайки. Это он тебе любит. И ты будешь смотреть интереснее, чем вот это. Кстати, скоро мувик бой зальёт с Накса, если мы сделаем ачиву, да? Можешь целиком посмотреть, как мы блядь. Я каждый, блядь, чуть ли не каждые выходные это дома смотрю, блядь. У меня брат такой же, блядь, прям. Слышь, охуел у него. Батя, блядь. Они постоянно, блядь, в этом воге, блядь, торчат, блядь. Так же мне, бля, вообще такой. Ебать, тебе надо на передачу к Малахову. Мои родные задроты лоб. Я ветераны Вов. Да. Батя там уже, блядь, наверное, лет 15, блядь, и сколько он там существует, блядь. Сколько существует, столько и играет. Блядь. Так, пойдемте на следующего босса. Это последний сложный босс. Сейчас все будет зависеть от Дигла. Если Дигл все сделает хорошо, то все будет хорошо. Если Дигл затупит, все будет хуево. Так. Мутант, что будет требоваться от тебя? На первой фазе, когда мы будем бить миников, ты бьешь миников. На второй фазе ты тупо спускаешься вниз и просто АФКшишь. На второй фазе, короче, ты тупо спускаешься вот сюда вот и стоишь весь бой вот здесь. В общем, первая пати пойдет налево. Вторая пати пойдет направо. Танки, желательно возьмите противоположного босса в фокус. Я надеюсь, все... Да, мы сделаем электрический шок. Я сейчас объясню, что для этого будет требоваться. Танки, возьмите противоположного босса в фокус, чтобы быстренько его брать в таргет и прожать таун. У босса будет такая способность, что вы будете, как на джетпаке, перелетать с платформы на платформу. И самое опасное, что будет, то что босс будет скидывать агро и будет идти на второго человека по агро. Так что, как вы увидите то, что босс, а танк перелетает с платформы на платформу, вы должны будете максимальную ренжу от босса набрать и прожать свои дефобилки, чтобы не умереть. На второй фазе, в первой пати и во второй пати есть по ШП. Они кидают всем это ебучее, как оно, левитацию, мы перелетаем на ту платформу. На правой платформе, так, сейчас, секунду, Гапа, ты налево пойдешь. Одну секунду. Гапа, ты на левую платформу пойдешь, ты слышишь меня? Гапа, ты пойдешь на левую платформу.
Ты остаешься тупо на платформе с боссом. И от тебя на протяжении всего боя ничего не будет требоваться. То есть после того, как мы убьем этих миников, внимание, их нужно убить одновременно. Мы под левитацией прыгаем на, к этому уебку, короче, к Тадиусу, и под Геру его заливаем. И вы должны между собой набрать рейндж 12 метров, чтобы не получить урон. И нам автоматически зачтется ачива. Пиздец, как дохуя всякой хуйни непонятно. Лёна, ты здесь? К сожалению. Все готовы? Здесь. Пуляйте. Танки. Не срываем агро. Стоим на максимальном рендже от босса. Так, стопните чуть-чуть по Сагалу. Сталагу. Стопните по Сталагу, не бейте левого моба. Первая пати, стоп ДПС. Больше ДПСов Койдина. Да я хуй его знаю, какого, правильно, да я его зову. Больше ДПСов Койдина. Не бейте вот этого левого моба. Осторожно. Больше ДПСов Койдина, давайте. Мутант, ты такой тупой, просто пиздец. Иди уже стой, где стоял, кретин. Осторожно, агро. Первая пати, бьем. Первая пати, бьем. Заливаем обок одновременно. Кресты, готовимся раскидывать левитации. Заливаем двух боссов одновременно, шустрее. Быстрее. Все, отлично. Все перемещаемся на платформу. А я по скиллухе вот так вот. Опа, нахуй. Ты чё? Ну чё, БДК, агри босс? Даю Геру, заливайте босса. Наберите главный рейндж между друг другом по 12 метров, чтобы вы не получали урон от полярности. Не подходи ко мне! Не подходи ко мне! Да хотя плюс. Не подходи ко мне! Ёлка, чё ты дамаг получил? Ладно. Ну, короче, если мы проебём шок, это несущественно. Ещё не проебали, да, Козырь? Ну, у меня была атака полярная. Но ты понимаешь то, что не нужно друг к другу подходить, и шок засчитается автоматически. Забейте хуй на полярности. ГЦ с шоком. Не подходите друг к другу. Ну, вот. 3 минуты перекур, отойдите покурить. Не подходите друг к другу. Напряжение, да, ну да, ну типа там, если с разными полярностями подойдут, там может дамаг пройти. Пизда. Ну типа того, да.
Тогда ты, бля, тут все намного проще было. Ты столько всякой хуйни объяснял. Было намного проще, блядь. Ну, просто, ребят, нормально. Блядь, я никогда не сожру этот ебаный борщ. Ну иди. Сейчас. Шапку мне в залог оставишь. Положи на стол. Еду, да, тебе помыть? Ну да, желательно. Желательно. Так, ну давайте чекнем на АФК, если большинство тут, пойдем трэш чистить. Давайте, танк есть, хилы есть, погнали. Получший квартал, последний квартал остался. А когда заводить вар? На последнем боссе. Так еще же это. Так еще же. Чумы, блядь. Чумы. А, точно, еще же чумной квартал. Тогда сейчас на чумной квартал пойдем. Я забыл, сорян. Давайте, добивайте трэши, погнали, ничего не хватало, что мы перевыбрали. Там тоже такой не очень хороший квартал. Пойдемте на чуму. Давайте, пожалуйста. Справа трэш сагрили. И знаете, кто его сагрил? Просто, ну, как вы думаете, из 8 человек какой уебок это сделал? Правильно. Клёна? Нет, это сделал мутант. Агрите одну горгулью, ясно. Печеньку все заливайте. Потом ромбик. Мутант, наверное, за этот рейд самооценка пошатнулся. Что было дальше? Заливайте, пожалуйста, кружок. Блин, у меня кнопка, короче, на мышке сломалась. У меня, типа, дополнительная кнопка справа. Не заходите за ворот. Заходите. Так, короче, сейчас мы уходим в дарк комнату. Правый угол. ДК, подводишь на максимальный рейндж к нам босса. Мы его просто убиваем. Сложно. Там будет появляться трэш, Лёха будет готов трэш забрать. И если босс пойдет на кого-то из РДДшек или Милик, тоже будьте готовы. Давайте, пишите все посты.
все, можете гулять. Все, там стоит Анч. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Трэш, забери, Люк. Сейчас, когда льем трэш после этого босса, там будет далеко комната, короче, дверь, за нее не заходите, пожалуйста. Потому что можете босса запустить. Агрите весь трэш, который тут видите, вообще весь. Можешь давать стоп-холл. Агрите вообще весь трэш, который видите. По возможности дискольте, поможет дискольте. Ну, левую пачку можете не обидеть. Все, сейчас вот эту пачку заливайте и за ворота не заходите. Так, что я уже подзабыл, что на этом боссе надо делать. Козлик, где мы танчили этого босса? На платформе? Не заходите за стенку. Не заходите за стенку. То есть БДК будет танчить вот на этом островке, да? Ты понял, Дигл, где тебе нужно стоять будет? Давайте, идите в звезду, все идите в звезду, кроме БДК. Блять, БДК, хватай босса, все уходим на платформу. БДК, хватай босса. Быстрее на платформу, идите сюда, в звезду. Мутант, ты не бьешь босса. Можешь Пета туда отправить, бомжей вызвать, чтобы били. Я не знаю, кто спулил. Главное, что походу все за ворота успели зайти, или все-таки не все. Ясно. Ну просто... Это какой-то тупой человек сделал, я не заметил, кто это. Прохиливай себя! Или портанись, Долоран, портанись, Долоран! Блять, только не умри, я тебя умоляю. Портанись, Долоран, пожалуйста, если можешь. Чуть не обожрал. Я не знаю, как мы сейчас. Я не знаю, как мы сейчас будем этого босса убивать. Да убьем, это скажу, это вешается дебаф 300%. 300%.
Ну, это по тактике, короче. Я не очень хорошо знаю тактику на этого босса. Обычно мы его просто зербили. Обычно мы его зеркали для телепортации. Не знаю, нам хватало ДПС всегда для телепортации его зерганить. Давно не было. Это проклятие или что? Прочитай дебаф. Скорость поменяется, заклинание снижена. Ее не с диспелем. Она вешается. Ну это, короче, смысл босса. Бля, ну это было жестко, на самом деле. Бля, ебать. Диск? Убивайте босса. Не, не было диска. Никакого. Че? Ура. Мы убили этого босса без потерь. Тебя дисканул или че? Ну. Короче, надо прочитать тактику на этого босса повнимательнее. Просто мы обычно его тупо зергали. Да и я успел в него НС-ку отдать. Это кто был? Я не знаю, я не видел, кто босса запустил. Да не. Кто умирал? Да не, блядь, ДБ ведь не надо. Давайте, погнали, короче. Короче, поэтому лучше вообще не заходить за ворота, пока они готовы будут, а, и потом все вместе за ворота зайти. Я помню, тоже что-то Накс собирал с Алчатом, уже, короче, все на последнем боссе стоим, на этой паучихе, короче, не помню. Вот. И, короче, смысл в том, то, что готовность все подтвердили. Я говорю, ДК, пуляйте, ну, пуляй босса, ДК побежал пулять босса, все остались за ворота. И мы на последнем боссе проебались. Уже все главное на твинов позаходили, КД, короче, повешали. Что-то комбо 217. Короче, на этом боссе АУЕ вообще не бейте никакого, только точечно играем в босса, никакого АУЕ. Последний, да? В этом квартале, по-моему, да. Не заходите за ворота, давайте всех подождем. А, тут где хил, типа, 5 секунд, да?
Да-да. Короче, значение ника этого босса типа хилбот, короче, только написано коряво. Побежали за ворота. Ну, давайте за ворота, бегите. Алло, слышно меня? Ну, ничего, вы стоите. Дискон, что ли? Меня дисконуло? Нет. Бля, меня дисконуло, короче. Я да не знаю, гапа хилит. Не трогайте ничего. Заходи еще. Заходи еще. Ну, сейчас зайду. А я просто смотрю, у меня, короче, ну, дискон, но еще не выкинуло с мира. Я уже за воротами, а вы, типа, все стоите. Я думал, типа, либо меня не слышно, либо вы тупите. Меня не пускает. А во, все нормально. Прикольно. Я в драконьем по гости. Ну, ждите меня. Давайте выйдем на мост. Давайте выйдем на мост. На всякий случай. На всякий случай. Сейчас я быстренько прилечу. Дигл, отойди к нам. А что, они быстро ресаются, да? Там. Кто ресается? Да там глаза, которые были в комнате. Ну если будут, скажи. Если будут, скажи. Окей, там, прибежим назад. Сильно пингуешь, Дигл? А, ну ты можешь спекнуться в Ретрика, в этого Ванхолика, а Дан спекнется в БДК. Ну, не знаю, у меня ничего не лагает вроде. Вы можешь я попустить? Все, я в Наксе сейчас прибегу. Ну давай, пока я бегу, ребуть. Ну возвращайтесь назад, давайте тогда там трэш сольем. Там есть кому хилить? Блин, какие коридоры тут долгие, просто пиздец. Я не знаю, что у вас лагает, у меня вообще все нормально, ничего не лагает. Вот то, что меня выкинуло, вот это да. Короче, я стою рядом с воротами, я не могу пойти туда. Блядь,
Вот, играй гимномана. Ну да, чего со спорами делать? Давайте встанем, короче, в начале коридора. Идите все сюда, в начало коридора, потому что пока там остальные бегут, тогда они опять резнутся. Ну да, этот мутант, короче, не бей там ванхолики, потому что у тебя бродячая чума будет по спорам разноситься. Ладно, так, кто там еще бежит? Дигл, давай шустрее. Танк, спекайся в танка. Что, все тут? Пойдем дальше. Там кто-то выходил с РК. Бля, ебать они быстрее вешаются. Их лут вообще какой-то падает. Опять же стоим около ворот, и дальше ворот не заходить, еще и ману попью. Начнем. Не на паучи, может уже зайти в ворот. Да не, на последнего босса зайдешь. Раздавайте бафы. Там просто попутно тебе засчитывается ачивка горстка смельчаков. Потом, если будешь заводить приста на ачиву, на неумирающего, тебе горстка засчитается. Так, ну чё, чек на пул. Ой, ты клёна. Будел, ты тут? Всё, давайте, все за дверь, ДК по готовности пуляй. Поры, которые будут появляться, не домашние вообще. И никакого АУЕ. Ругеру дам. Кто такая Ника Бестия? Кто? Кто один такой Ника Бестия? Без понятия. Не бейте споры только. Ага. Все, можешь забирать кепку, которую ставил залог. Что я себе беру? Что он суп не любит? Давай, спокойно еще будет. Дердру можешь не стараться так ходить интенсивно, там висит дебаф, при котором твои хилы вообще, короче, на 100% режутся, короче. Thank you.
Вы убили спору, да? Да, вы убили спору, потому что на меня повесился баб. То, что мой крит увеличен на 50%. Я не знаю, Лёк, но на мне висит баб. Может быть. Просто из-за того, что мы очень долго бьем, он вкусно. Все, теперь точно почему больше портал. Тот что-то хотел сказать? Куда там идти-то налево, да? Блять, что мы тут уже долговато. Поэтому миликом 8 тел не очень идти. Виталий, шевели поршнями. Ёлка, клёна. Пиздец, попрыгнули, Пашка. Похуй, спекайся в кота. Или ты уже спекнулся? Спекаешься, не? Все, пуляй. Блять, ты чё, власнешь на меня или чё? Два босса, да? Да. Чё, потом спать всем? Спать всем, да.
Ну, наверное, уже время поздно. Первый паре. Не агро, типа, возможности трэш справа. Ну, короче, этот босс предельно простой. Сначала трэш там будет вырываться протопал, держать мелкий трэш. ВДК протяжка с платформы таунтит на себя босса, держит его внизу платформы. Никто ничего не диспелит. Собирайте весь трэш и играть в него. Никто ничего не диспелит и тупо заливаем босса. Да, ты можешь домашний. Ты уже на самом деле мог давно дамажить. Что ты дальше говоришь? Ваши дряхлые жизни. Я ничего. Ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты. Тут 2 кила нужно только на. Наверное, на Тадиуса, на военный квартал. Умереть за господин. На Кельтузад еще будет 2 кила на ноги. Тут, кстати, ебать всяких балешек падает. Мародеры, блять. Так, ну ладно, чек на пул. Кому метку поставить? А, точно. Мутант, ты если что будешь вытягивать от этого моба. Давай, козырь, вырывайся. Убейте их во имя господина. Не диспелим ничего. Вообще ничего не диспелим. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как бы не хотелось диспелить, ничего не диспелим. Да, заходи. Будет еще кто-то на твинкол заходить? Стой, подожди, не заходи. Давайте трэш убьем, короче, и там около босса уже будем заходить, переходить. В смысле, блядь, там кто-нибудь в комнату зайдет? Да никто не зайдет в комнату. Да никто не зайдет в комнату, блядь. Никто не зайдет в комнату, не ссы. Да давай его еще кикать, нахуй нам нужно. Кикай, Виталик. Кикай, Виталик. Нормально задамажит. И вообще, да ёбаный сюда, да ёбаный сюда, да ёбаный сюда, да ёбаный сюда, да ёбаный сюда. Пошёл в жопу. А вы два хуёвы, которых скрывают в работе. Ой, это вырежет из мувика. Ну, конечно. Делать мне нечего, блин, так смотри. Вот если бы он меня вырежет, то меня вырежет, я бы вырежет. Thank you.
Да подождите, мы еще не весь трэш убили. Не надо никуда спешить. Че у тебя там, Beautiful Lies? Beautiful Lies? Не. Так я знаю этот трек. Beautiful Lies. Хуя, да не, я просто люблю драм энд бейс. Ты, короче, знаешь, где это было видео? GeForce. Короче, знаешь, где это было видео? Где он с магом дуэлился? С магом дуэлился, короче. Стринкеры там. Ключи там. Ключи под эту песню. Под эту песню, короче. Да прикольный трек, мне нравится. Все, можете заходить на твину. Не заходите за ворота, не заходите за ворота. Кикай дурака. Так, кто будет на твинов заходить? Плюсаните, пожалуйста. Fresh Blood, понятно. Сразу. Так, Кирилл, ты на этого персонажа будешь ачивы получать? Кирилл. Говорю да. Когда говорит, пожалуйста. Да. Козырь, ты будешь ачивы получить? Чтобы потом просто шкаф поставили и смотрели. Чё за ачивы? В смысле ачивы? Не умирающий? Ну давайте, сходите, короче, пока минутку там покурите, пока они летят. Я пока у компа сижу. А куда идти тут, а ну блин? Там по карте ориентируйся, там все нарисовано. Да, мне интересно, на шаманке все чивы снутся закрыты. Да, у меня на шамане вообще все снутся чивы закрыты. Мне надо на маленький, мне надо на диск сесть. Ну главное, что не на бутылку. У меня, кстати, есть ключ Малигоса, я как-то забрал его себе анролом на шамана, но что-то так квесты не сделал. Ой, блядь, Кирилл, я смотрел эту хуйню. Как такое вообще смотреть? Можно? Слезами на глазах. А потом она у него лопнула, короче. Фу, блядь, где вы такой находитесь? Да там кровище, да, пиздец был. Да мне челик скинул ВКонтакте, говорит, посмотри, пиздатый видос. Я открываю, смотрю, там какая-то хуйня. Я его закрыл, он мне в РК говорит, да посмотри, посмотри до конца. Я все-таки посмотрел. Так. Ой, короче, даю тебе рела, дашь мне сейчас спать на лог. Мне, кстати, на шаманке вот этот трансмут с Наксом, такой пиздатый.
Сумонете меня. Да, только где второй лоб? Где второй? Он уже на экстрамасе бежит. Не туда повернул, не туда, не туда, не туда, не туда. Там манубриканы, там кто-то видел. Я буду твоим этим, как бы, координатором. Вот сейчас прямо. Главное, что не, главное, что не кастратором. Треш там отбегает. Треш там отбегает. Кирюха, я надеюсь, ты захилишь там в ДЦ, там по сути ничего сложного. Сейчас из туннеля направо. Да я сюда захилил. Нам только что молитву поставить. Направо, направо, никуда, направо, направо, направо. Вот, вот. Вот, сколько мы по видео уже тут сидим, а? Вот, не знаю, я не засекал. Я не засекал. Так, остановлю видео. Я остановлю видео. Сейчас, чё? Сейчас. Да, блин, долго из-за того, что идем в одного милика. Когда, типа, ну, все ДД, это ДДшки, да? И в одного хила там вообще типа 40 минут, а то полчаса вообще сносится. Ну да, так. Ну да, так. Самый кек был, короче, когда мы уже почти все кварталы убили, пошли на этого босса перед Тадиусом, который, ну, который лужу под себя льет. Короче, две истории на этом боссе есть. Первая история, как Коноп в демоне, короче, в мили-зону врывается, дохнет от лужи. Я в этот момент вылетаю, он кричит, что его не захилили, короче. И он стоит в луже, короче, все это время. И говорит, меня не захилили, меня не захилили. И, короче, мы из-за него провалили ачиву и сделали расход. А второй момент был, короче, когда мутант взял и, короче, просто вот этого босса, того же самого, повернул лицом в рейд, и он заблевал весь рейд, и мы вайпнулись. Тикайте, алло. Тикайте, алло. Все отошли, что ли? Итак, купил момент истины. Осталось только приста присумонить. Когда пили? А Серсея нам шок провалила, короче. Я ей кричу, не подходи, не подходи. Она говорит, я знаю, что делать, я знаю, что делать. И, короче, взяла и завалила нам шок. А что, если даже нельзя? Ну, типа, можно, но разницы нету. Там, типа, ты в десятке не получишь урона. Чё пристань и сумоните? Приста, ты в курсе то, что у тебя КД? Ты, наверное, ходил лоскутика убивать. У тебя есть еще персонаж на ачиву? Ну заходи, только давай шустрее. Да я тоже хотел Навара получить ачиву, а я на этом КД ходил на скутик. Лучше не срывать.
Давай, заходи шустрее, я уже спать хочу. Вообще пиздец, смотри, что за сон. Подходите все к воротам, но не за ворота, просто к воротам. В общем, если поднять камеру, то видно, что там стоят две платформы. Вот где стоит босс, где стоит платформа, там стоит танчик БДК, и где-то там стоит Мирика. Мы будем стоять на ближней платформе, чек на пул. Идите сюда все. Давайте убедимся в том, то, что все зашли за эту хуйню. Заходим на паутину. БДК, пуляй босс. Не сорви агро такой, прошу тебя. Закиливайте паутину. Мутанта прохильте, прожимайся. Ну все, все в ДЦ с ачивом. Спасибо. Вы представить себе не можете, какие кошмары ждут вас впереди. Вы еще ничего не видели. Вас ожидает застывшее сердце. За этот рейд у меня три раза очко сжалось.